дорогие друзья. Друзья, Новосибирск на связи. Я Максим Подоляк из Петербурга. Мы поздравляем вас с Новым годом из очень-очень холодного Хабаровска. Поздравляю вас с Новым годом из Владивостока. Вот и заканчивается 2021 год. Прошедший год был эпохальным для российского госсообщества. 2021 год был для всех, для нас сложным, но несмотря на коронавирусные ограничения, мы научились проводить в этих условиях самые грандиозные и замечательные события. Мы провели первый в истории неазиатский чемпионат мира, на котором многие из вас присутствовали. Это самое крутое мероприятие, которое сделали мы все вместе. В этом году в Екатеринбурге открыта фундаментальная школа ГО, где прошли первые соревнования. И здесь, в Новосибирске, мы не остановили проведение турниров. Спасибо всем организаторам, спонсорам и участникам наших проектов. В декабре здесь опустилась температура до 40, даже больше 40 градусов, но, как видите, нам все равно весело, да, Мила? Мы стали еще больше, как федерация, как коллектив. Мы стали еще сильнее. И я думаю, этот настрой сохранится и в 2022 году. И в новом году нас ждет много интересных событий. Поздравляю вас всех с наступающим Новым годом, который, уверен, принесет нам больше достижений на Неве ГО. Желаю крепкого сибирского здоровья, сохранности и безопасности вас и ваших близких, друзей, знакомых. Чтобы зима была короткой, лето длинным, чтобы все получалось. Любви и тепла близких. Желаем вам всего лучшего и надеюсь, мы увидимся в следующем году. Надеюсь вас всех увидеть на наших самых лучших турнирах. И берегите себя, нас ждут большие удивительные события. С Новым годом! Всем здоровья, всем счастья, всем успехов и красивой игры.